Новые данные к нам приходят из Китая. Количество уже подтвержденных жертв крушения теплохода «Звезда Востока» возросло до 97. Спасателям, наконец, удалось поднять судно на поверхность. По словам местных властей, это позволит найти пропавших людей в кратчайшие сроки. Но вот шансы обнаружить выживших внутри корабля уже крайне ничтожны. Напомню, китайский туристический теплоход потерпел крушение в реке Янцзы 1 июня. В момент трагедии на борту находились 456 человек. Пока удалось спасти лишь 14. Самая сложная часть работы была поднять теплоход с глубины. Теперь мы полностью сосредоточимся на поиске и спасении людей.